То есть вы почувствовали приток сзади спины и в районе лица. Это говорит о том, что продукт стал работать, кровоток заработал, продукт нашел проблемные участки, и вы почувствовали результат. Я почувствовала, что они работают. Именно они работают, начинают по очереди работать. Именно на глаза у меня, потом на голову, на мозг. Но у меня еще есть проблемы свои. И работает конкретно и на сердце. И идет вот эта энергия, вот видите, я даже, мне кажется, попросила. Такое ощущение, такой большой прилив. Съели продукт для сердца, пошел прилив, как будто бы младенец кожи, плюс нашел проблемные участки. Да, здорово. Да. На этот продукт, на все, что вы создали, в общем, мне очень помогает. Продукты. И очень благодарна вам за это. Благодарю всех. Отлично. Так, по следующему. Снимай, снимай. 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 Не-не-не. Какой продукт съели? Сейчас съели да. Продукт для мозга. Во-первых, очень приятный. Я его рассосала. Очень приятный, это вкус такой, ну нельзя сказать ноги, но что-то очень приятное, какое-то освежающее. У меня, вот я сейчас начала говорить, и у меня началось, когда, знаете, такое движение, легкие мурашки пошли снизу, по ногам, и ясная голова. Альцгеймера не будет, ребята! Я не знала! Альцгеймер прощает! Но я его не верю пока, слава Богу. Но я еще посмотрела на тест. Прекрасный масло, как это называется, масло, ой, да. Я его не пробовала, но я проверила своим тестом. Отличный продукт. Такого в мире, наверное, второго нет, это точно. Вот это лица, погодите. Еще бы не лица. Вы вот по продукту, который сейчас попробуете, рассказывали, хорошо? Чуркина Светлана, Ростовского большого шахта, есть продукт для сердца. Очень вкусный, понравился. После вкуса сладенькая, сначала кисленькая, потом немножко горьенькая, но очень вкусный. Большой прилив энергии, голова светлая, настроение улучшилось. В общем, супер, классно. Благодарю за продукты. А вы бы себя добили? Марина Михайловна, я съела продукт для мозга, я вообще, я в полном восторге. Действительно, у меня сегодня встали рано, в 4, пока сюда добирались, и, ну, усталость была, и виски добила. Я съела, сейчас вообще, это сказка, ничего не болит, голова не болит. Я сыта, энергия берет. Ну, в общем, я в полном восторге. Продукт вкусный, мозги просветлели. Ну, здорово, супер. Благодарю Андрея Анатольевича. И я думаю, что у меня и на ужин хватило. Благодарю. Круто, круто. Благодарим вас. Пожалуйста, выходите. Смотрите, как продукт работает, ребята. Я Ольга Коломец, из города Краснодара приехала. Ну, автобус шел с опозданием, и мне пришлось торопиться прямо с сумками тяжелыми, там, мешала, пересадки. Из южных ворот, там, три пересадки, чтобы туда приехать. И я прямо вот этим по пролетам, если все карабкалась из сумок. У меня сердце руками чуть-чуть не остановилось. Я сижу, прямо зеваю, типа, не могу зевнуть, в Италии делать. Как только я съела эту капсулу, у меня сразу как-то и получилось более такое наполнение воздуха, более свободное воздуха стало. И потом, когда съела, попробовала вкус, он более глубокий, ну, такой, более
запела водичка, вкус стал сладкий. А до этого он был с кислиночкой, с горчиночкой, такой нотки древесного, что-то такое. В общем, я в восторге. Чувство проводит и давала. Благодарю. Благодарю вас, награду, потому что, скорее всего, его подвезут. Ура! Вот он как работает. Я проглотил тайну. Год назад я переболел ковидом. С 2000 года у меня астма. Я в танковых носках, спал на трансмиссии. Соответственно, меня астма продолжается дома, а сейчас определили там где-то частица легких прилипла к спине. Вот я проводил тайгу, и вот она меня сейчас всего дергает. Эти кубы, они изменили. Есть вот здесь, самое большое такое слово, торсионная дистония, врачи могут объяснять, что это такое. Вот она у меня как бы сдавливает шею, а потом ломает зубы. Вот сейчас этот продукт, вот так он работает. Нормально. Я наверное глотал, но как-то спокойно. Так что я глотал, и я спал в ночи. Вот. А сейчас это последнее время. Акселер не пью, ЭВЛ пью, потому что, ну, каких не заслало послов к ней, я не стал подписать. Вот в таком состоянии я перед вами стою, я не притворяюсь, ничего не могу. Вот, как говорится, теперь я еще воду не пью. Я вот, как Андрей Артурович, взял эту капсулу, я держал до сих пор во рту. Ну, методика такая у меня. Капсулу держать во рту. Чтобы все это было. Сладкий вкус. До этого я не чувствую никакого вкуса. Вкус сладенький. Добрый день. Гульфия Абдулаева с Астрахани. Я врач, поэтому я приняла сейчас капсулу от Авдотьи Васильевны, от инулин, с инулином. Я сразу раздавила капсулу, потому что я знаю, что можно его раздавить и под зубом подержать. Это будет быстрое такое всасывание. И вы знаете, ощущение такое было. Сначала был нейтральный вкус, ничего не почувствовала. Я даже сидела, вот думал, не выйду. А потом, значит, жжение небольшое. И когда я пошла, выпила водичку, у меня, знаете, пошла такая реакция. Вот прям покраснела. И вот бодрость появилась. Честное слово. Врач, вот у нее сама выставила. Удивлена. Спасибо. У меня стаж большой. У меня стаж 30 лет. Врачебный. Направлении. Вы знаете, я направление диагностики, но сейчас я приняла решение после общения с Алитой Мустафаевой. Вот благодарна очень Алите Мустафаевой. Я звонила ей ночью, она взяла трубку и со мной поговорила. Я помню, может, она уже не помнит, конечно, Алита Мустафаевна. Да. И я, значит, приняла решение, что от диагностики к профилактике. Я теперь за профилактическую медицину. Супер! Получается, вы впервые столкнулись с тем, что продукт так моментально стал работать, и вы что не ощущаете? Что работал, да. Я, конечно, Андрей Анатольевич, пью уже третий год. Я пью Элевей. У меня очень шикарный результат. У меня ушла аллергия, у меня ушли грыжные звоночки. В общем, я получила шикарные результаты. Я об этом говорил, но пока бизнесом не помню. Да, то есть Элевей — это вот тот продукт, который мы 6 лет назад вывели,
клеточное питание. И многие от него уже получили хорошие результаты. А то, что мы сейчас выводим, результаты будут в разы быстрее, потому что скорость работы, как вы видите, врачи говорят, мгновенная. Благодарим вас. Благодарим. Пожалуйста. Всем добрый вечер. Меня зовут Наталья. Несколько лет назад мне официально подтвердили грыжу шеи. И это были жуткие головные боли. Сконцентрировать внимание практически было невозможно, если это умственная какая-то работа была. И даже сейчас я сидела практически на последнем месте, и мне достаточно сложно было сфокусировать зрение. После 10 минут, наверное, как я съела кап для мозга, зрение сфокусировалось, ушло напряжение с глаз, и какая-то такой вот бодрость, силы появились. Но когда съела капсулу, лично для меня было очень немножко неприятно, жутко горькое. А потом нейтральный вкус, а после вкуса немножко сладковатое. И очень такое вот, ну, скажем так, мягче, чем олив. Поэтому мне олив сложен. Вот это тоже важный момент, что мягче, чем олив, потому что после элевейта многих трясет. Да, у меня тоже такое было, у меня жуткая трясучка. Да, а этот продукт, он мягкий, то есть он не трясет людей вот часами. Он раз, нашел проблему, особенно если воду человек выпил и решил вопросы. Это вот уровень. Ну и вы говорите, вкус натуральный, горький там, ну естественно, натуральный вкус. Кому понравится перец, например, или чеснок? Да? Не всем. И вот она говорит, что сидела в конце, проблемы много лет, съела продукт, вкус горький, потом водой запила, стал сладкий, но в итоге-то боль прошла, в смысле проблема ушла. Ушла, действительно, да, сфокусировалось очень прям зрение, и даже вот это место, прям вот на виски жутко давило, и вот ужасное давление на глаза было, ну все, абсолютно. Вот в этом-то и фишка, что натуральный продукт, он не может быть вкусный, как шоколад, но он может быть полезным. Да, спасибо за вопрос. Здравствуйте. Позвольте, конечно, я ничего не пила, но я хочу объяснить мужчину, который только что выходил с выступком. Торсионная дистония – это очень страшное заболевание, которое перекашивает мышечную систему справа налево, слева направо. Оно протекает через канал мочевого пузыря, энергетический канал, и человека просто растягивает в разные стороны, у него идут судороги не просто так, они идут вот таким вот образом. Это очень страшный диагноз, и если действительно работать, это, я не знаю, низкий поклон. Вы врач, да? Вы врач, сколько у вас опыта, в каком направлении? Я скажу, я как бы, у меня питерское образование, но у меня Академия Востока за спиной, еще кое-какие обучения энергетические, Скобелева Надежда Константиновна. Понятно. Но вот для врачей же всегда важен, что да, документ. Очень бы хотела взять. Да, и когда мы открываем, например, тут вот есть список исполнителей, да, главный врач, клиники, там, и пошли. Видите? Вот эти клинические исследования, они будут у вас на сайте, вы их можете потом скачать и распечатать. И здесь, например, есть, что столько-то человек, такого-то типа заболевания, смотря какое клиническое исследование. И вот есть все цифры, это говорит о том, что как раз продукт работает, есть сертификаты, продукт официально зарегистрирован. Вот. И это здорово, что врачи теперь могут смело рекомендовать наши натуральные продукты из раздела фитотерапия, потому что врач не может рекомендовать БАДы и витамины, так как там нет научной базы. Добрый вечер. Меня зовут Елена Макарова, мне 65 лет. А вот поближе сюда и погромче, да. Я хочу сперва про старый продукт сказать. И коротко. У меня суточный монитор показывался на кардио и ишемию.
И вот я недавно прошла тоже суточный монитор, у меня стенокардии и ишемии нету. У меня тахикардия теперь появилась, вот РФ-8. И вот я выпила сейчас от сердца, сидела, но результаты я не почувствовала. Потом минут 10 прошло, я почувствовала, я успокоилась. У меня появилась бодрость, а то я до этого сидела, зевала, действительно, после, ну, значит, на поезде, видимо, тоже это сказывается на сердце. Короче, продукт работает. Спасибо вам, Андрей Анатольевич. Пожалуйста. Вот представьте, как легко будет заходить в любой дом, когда продукт работает. Добрый вечер, меня зовут Жанна, мне 46 лет. Я бы хотела поделиться, какие ощущения у меня по поводу масла. Она попробовала Success Oil, это натуральное масло наше, и она хочет рассказать впечатление. Только вот, пожалуйста, погромче, чтобы слышно было. Удивительное ощущение, руки такие мягкие, бархатные. Дело в том, что у меня работа больше связана с агрессивной средой. И я ходила все время в перчатках, вода жесткая. И в 46 лет у меня кожа как будто бы вот на 60, такая морщинистая. И когда я услышала в первый раз о масле... Видно, офигеть. Да. Смотри, как глаза строго. Как у младенца. Так вы же только один раз попробовали сегодня. Да. Видите? Вот. То есть человек попробовал один раз. А если маслом пользоваться на постоянной основе... Да, и... Вот если постоянно на основе пользоваться, я думаю, что восхитительно будет ощущение рук, да? Я всегда хотела иметь нежные руки, как у ребенка, как у младенца. И еще хотела сказать по поводу, я выпила капсулу для мозга, да? И я всегда была не очень позитивным человеком, но негативным. У меня не специфический азмиоколит, я страдала более 20 лет кровотечением кишечника. И это заболевание связано как аутоиммунное, но на психосоматике. И когда я стала принимать продукт, я принимаю продукт уже где-то, наверное, недели две. Я стала такой бодрой, такой активной, такой позитивной вообще. Я никогда такой не была. Спасибо вам большое, Артур. Андрей Артурович, я вам так благодарна. Вот цель Академии – делать вот таких женщин счастливыми. Во-первых, всю... В жизни мечтала о коже нежной, а во-вторых, позитива не хватало. А вы знаете, несчастная жена – это несчастный муж. Если женщина несчастная, это вся семья несчастная. И представьте, наш продукт, вот она потребляет, ей сейчас дают энергию, радость, смысл жизни. Вот я приехал в Москву, видите, не просто с бизнесом, а с миссией. Изменить код судьбы вашего рода и ваших близких. Здоровые, красивые, молодые, успешные и богатые. Поздравляю вас. Здравствуйте, меня зовут Холмогорова Марина, Орел, 57 лет. Я попробовала капсулу для сердца. И отсидела, у меня уже сильно кружилась голова, ну, может, от переезда или еще чего-то. И в такое состояние у меня внутри как будто ток, вот гул какой-то был в организме. Жжж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 
работает. Мне щеки загорели. Так что вот так, спасибо. Но при, опять же, это вот научное обоснование. Видите, кожа стала румяная, потому что кровоток заработал. Это значит, что продукт принес здоровье прекрасному человеку. Так что спасибо большое. Пожалуйста. Лукарова Екатерина, город Смоленск. Я попробовала сегодня конфетку, но конфетка не оказалась конфеткой. Она не сладкая. Почувствовала хвойный привкус. Я ее раскусила. Мне же хотелось посмотреть, что внутри. И я почувствовала, что внутри, думаю, что кедровое масло. Потому что оно светлого цвета. Я вот намазала на руку сюда. Вот.
И потом, когда я попила водички, я почувствовала мощь и силу от этого продукта. Добрый день, здравствуйте. Меня зовут Григорьев Роман. Я из Саратовской области. А подойди поближе и подробче, да. Я из Саратовской области, Стачинского района, село Идолго. Я деревенский парень. Вот. У меня по здоровью у меня добрался букет болезней. Вот. Ты перечислять все, да? Не, вы расскажите впечатление. Вот именно, что вы почувствовали. У меня было пониженное давление, постоянно меня мучает. Вот. И поэтому я попробовал. У меня закупорка вены, называется болезнь. Какой продукт попробовал? Сердечко. И он мне понравился сам по вкусу, какой-то необходимый вкусный, как витамины, там, аминокислоты. Вот. А потом я воды попил, там сладкая тоже стала вода. Вот. И потом пытался чувствовать ощущение такое хорошее. Такой легкость вообще. Тепло пошло, все, жар, прилив. Я стал сильнее себя чувствовать. Вот. И жар пошел. Я до этого замерзал, потому что я там простыл, респираторное заболевание, да? Вот. У нас тут постоянно. И сейчас вот мне там лучше стало дышать даже. Вот, даже от этого мне помогло. Я бы просто себе не покупал. Благодарю за пожалуйста. Покажите прямо, что именно продукт вам дал вот сюда. Да, добрый день, меня зовут Петр, Москва. Попробовал таблетку. Он сначала кисленькая, а когда водой запил, то так сладенько стал. А энергия, чуть-чуть спать хотелось, уже бодрость. Сижу, слушаю тренинг. Все супер. Спасибо за продукт. Благодарю. Задам для сердца. Что ощутила? Во-первых, сразу